Огнеборцы ликвидировали неконтролируемое горение на Якутской ГРЭС. Там сегодня прошли пожарно-тактические учения. Условное возгорание произошло в результате удара молнии по резервуару с дизельным топливом. За ходом учений наблюдал Виталий Абрамов. Сценарий нынешних учений предусматривал наихудший вариант развития ситуации с пожаром. Удар молнии по резервуару с дистопливом спровоцировал неконтролируемое горение ГСМ. В таких условиях нужно было проверить слаженность и профессионализм действий при тушении как оперативного персонала станции, так и пожарных спасателей. После эвакуации персонала и локализации огня пожарные начинают охлаждать емкость, чтобы не допустить взрыва. Тем временем готовится пенная атака, так как только с помощью нее можно потушить горящее топливо. К очагу возгорания подступали как сверху, так и с земли с помощью спецгенератора «Пурга». Через 10 минут поступает сигнал о ликвидации пожара. Огонь удалось остановить при 380 квадратных метрах. Личный состав привлекался Якутского пожарно-спасательного гарнизона по вызову номер 3. Всего было задействовано 18 человек. 18 единиц техники, 63 личного состава. Персонал станции и личный состав Якутского пожарно-спасательного гарнизона отработали слаженно, хорошо. Помимо профессиональных пожарных, на учениях следят и за действиями персонала и объектовых огнеборцев. Мы регулярно у себя на станции проводим такого рода тренировки без пожарных частей с отработкой практических действий оперативного персонала. При проведении такого рода тренировок зачастую выявляются, как я уже сказал, узкие места, которые мы потом отрабатываем, принимаем мероприятия различные по устранению замечаний с целью недопущения подробных замечаний в дальнейшем. По окончании учений состоялся разбор согласованности действий оперативного персонала станции и личного состава. До каждой группы участников доведены как положительные моменты, так и недостатки, допущенные при проведении учений. Ведь именно для этого и проводятся подобные мероприятия, что в условиях реального пожара действия пожарных и работников станции были отлажены и согласованы. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НВКСХ, Якутск.